even get to run. Они вооружены. Не знаю, дай подумать. Брат, все молчит. Брат, мы в ловушке. Черт, что же делать? Черт, да заткнись ты. Еще кто? Да они вооружены. Не знаю, дай подумать. Все молчит. Брат, мы в ловушке.
прошла. Китайского императорского двора. А вот эта надпись сообщает о принадлежности вещи императорскому послу. Алекс еще не вернулся. Помогите! Помогите! Это Уитман! Фиона, помоги! Сколько их? Не знаю. Вы ранены? Я никого не вижу. Наверное, я их спугнул. Как же я бежал. И даже не вспотели. Я крепче, чем думал. Вы могли бы привести их к нам, как тогда, во дворце. Что? Все было не так, Лара. Они схватили меня, когда ты освобождала Сэмми. О чем это вы говорите? Они сказали, что только при этом условии оставят вас в живых. Я хотел вас предупредить! Послушайте, вы двое! Мне все равно, что между вами происходит, но у нас на это нет времени. Я надеялся, что... Доктор, еще слово, и клянусь, я сильно прорежу вашу белоснежную улыбку. Все, все, хватит. Если мы тут передеремся, все погибнем. Ты прав. И лишь поэтому ваши зубы еще целы, ясно? Я иду за Алексом. Где были инструменты? В машинном отделении. И будь осторожнее, Лара. Ладно, мы скоро вернемся. Лара, постой! Вот, возьми этот лук. Я его нашел и приберег для тебя. Он мощный. Из такого стрела что угодно пробьет. Спасибо, Иона.
Нужно найти что-нибудь покрепче. Черт, сейчас пока не могу. Что именно тебе нужно? Алекс, мы уже начали волноваться. Мне нужна монтировка и вообще весь мой набор. Без него катер не починить. Ладно, понял. К тебе идет Лара, дождись ее. Лара? Нет, я сам все сделаю. Вхожу, отключаю рацию. Алекс, что ты делаешь? Обожжен по краям. Что случилось с хозяином? На бирке имя. Милли.
Интересно, это и правда было подголовником? Или все-таки это часть скульптурной композиции? Обязательно узнаю, если выберусь отсюда. Что они сказали? Что там происходит? Какая-то баба освободила пленников и положила всю охрану. Что, серьезно? Да кто она такая? Не знаю. Говорят, с последнего корабля. Мне нужна помощь! Thank you.
Что случилось с детьми? Еще одно имя, выцарапанное на дереве. Коко. Помогите!